Здравствуйте, дорогие друзья, это вторая часть обзора Acer Iconia TAP A510. В этом видео мы хотели бы показать вам игры, которые оптимизированы специально для этого девайса. То есть здесь именно в этих играх очень хорошая графика и оптимизация прям под 100%. Так, вот отдельную папочку у нас с этими играми. Это, конечно, еще не весь список, но самые такие популярные вот именно сейчас. Начнем мы с Max Payne. Как мы всегда все знаем, это порт с компьютера, которого проделан Rockstars, как и GTA 3. Так, я буду так показывать только геймплей. Я уже всю ее прошел. Давайте вот на последнюю миссию посмотрим. Вот так вот у нас вращается все. Последняя миссия знаменитого порта. Вроде вот так надо тут сделать. Нет, надо еще со снайперки снять. Да никуда вы не полетите. Ну вот и все. Разобрался Макс Пейн со всеми преступниками, которые убили его жену. Ну, в общем, все. Здесь дальше будет надпись, что вы прошли всю игру. Спасибо за то, что играли в нее там и тому подобное. Выходим. Так, следующая игра у нас будет Shadowgun. THD версия для Tegra 3 новая. Графика здесь даже лучше, чем на iOS, и плюс добавлены эффекты, которых нет в iOS, там, допустим, флаги, вода там с отражением. Как всегда, заиграем за крутого мужика, который отстреливает всех подряд. Вот про этот флаг я говорил, вот про эти фонари, вот эти. На iOS вообще таких объектов как бы вообще не наблюдается. Здесь это представлено все, реализовано красиво очень. Вот, как всегда. Все хорошо. Игра вообще классно идет, никаких каких-либо проседаний FPS вообще не замечено нигде, никогда. Все красиво, красочно и очень здорово. Так, ладно, перейдем к другой игре. Следующая игра у нас Dark Meadow. Вышедшая где-то примерно, если мне не изменяет память, не более 2 месяцев назад. Даже, может быть, месяц назад. Чуть более минимум. Графика здесь вообще потрясающая просто.
побольше бы таких хороших игр с такой графикой. Скоро должны выйти еще пару игр на именно для Tegra 3. Там точные даты не назывались. Но очень красочные тоже должны быть. По графике, по геймплею хорошие. Я тут еще особо много ничего не проходил. Так или иначе, посмотрим. Точнее, даже ничего не проходил, это новая миссия. Вот вы смотрите, как все прорисовано, детальки лица, мне вообще очень все нравится. Вообще графика просто улет. Также, я повторюсь, на iOS нету текстур. Вот таких вот листвы вообще на iOS нет. Просто нету и не будет. То есть это все вообще так реализовано, мне вообще очень нравится. Вот, в общем, ходить вот здесь вот так вот. Да, тыканьем по экрану, он просто идет, куда вы ему говорите. Сейчас здесь какое-то привидение будет. Ну, в общем, не будем так суть. В суть вы поняли, как бы. Самое, конечно, хорошее в этой игре, это графика, очень реалистично. Так, дальше у нас демка от GameLoft. Ой, от, извините, прошу прощения, от NVIDIA. Просто показать, как бы, всю мощь и красоту, как бы, 12-ядерной графики Tegra 3. Здесь вот в таком вот шарике. Мне просто... Я сам не понял, что тут делать надо. Просто катаю шарик, вот смотрю, вот как... На графика, конечно, здесь классная. Вот особенно, видите, как тени... Тени и вот сам этот... Отрабатывает, как вот отходит ткань от шарика. Это очень все красиво. Ну, здесь вот вы можете наблюдать значок NVIDIA. Вот, то есть даже ничего. И вот просто катаете шарик вот так вот. Так, следующая игра, которую мы будем показывать, это GTA 3, всеми нами любимая. Также все идет отлично просто. У меня даже на HTC Sensation была проблема, то что проседал FPS, я пробовал ставить разные кэши, и ужимал, и там все, что проходил, все равно FPS падало. Мне это вот очень не нравилось. Здесь я вообще такого не благодаря, я получаю удовольствие от игры. Кадры вообще не проседают нигде, мне вообще это все очень нравится. Вот мы сейчас выйдем. Куда-нибудь пойдем. Полетим, точнее. Так вот, пробежимся где-нибудь просто. Ну, все, да, знают уже эту игру. Мне очень она нравится. Именно то, что здесь много миссий, часов геймплея, много. Графика тоже нормальная. Все отлично, то есть. Походим. Еще увидел один интересный момент, сейчас вам покажу. То, что в настройках графики вот здесь вот стояло ограничение количества кадров. Оно было включено. Как я выключил, у меня вот здесь вот в менюшке стало вот так вот все плавнее намного. Я не знаю, нигде ни на каких форумах я не видел, чтобы вот в описаниях игры, что вот это можно включить. Даже сам никогда не заглядывал туда, но как увидел, убрал сразу. У меня намного лучше в меню стало. Мне это больше нравится, стало плавнее все как бы. Следующая игра Dead Trigger. Вышла она не очень давно. У нас стоит уже новая версия 1.1.0, где добавлено новое оружие, новые зомби. Я ее вот вчера обновил. То есть стала она еще лучше. Сейчас мы где-нибудь какую-нибудь миссию включим, просто показать. Графика здесь тоже улет. Очень хорошая. Здесь, по-моему, она как на iOS. Там также вот текстуры всякие вот эти вот. Когда вы видите, вы проходите на воде, у вас вот такие капельки. Что очень прикольно. Вот сейчас. Ну, здесь смысл игры понятен. Вот этот бежит вот это уродище. Он просто сносит ему голову. Вот так вот. Все это весело достаточно. Графика мне очень понравилась. Причем то, что игра весит где-то около 200 мегабайт. Ну, просто так как такового здесь только на графику и сделано все. Сейчас мы вот его... Ой, что-то он близко подошел. Уделали мы его. Вот так вот. Ну, все, смысл игры понятен. Что-то он не хочет назад. Видимо, нельзя тут. Ну ладно, быстро закроем и не будем уже там. Так, следующая и последняя игра в нашем выпуске это Fruit Ninja THD. Тоже графика здесь тоже хорошая, чем по сравнению с обычной версией. Вот наш TC Sensation у меня.
Давайте пошвыряем фрукты. Можно всеми 10 пальцами резать. Но я не буду сейчас это демонстрировать. Даже вот 5. Все, работает 10 касаний, то он отрабатывает. Вот я что-то тут вытворяю. Ну, вы все поняли, в принципе. Ну что ж, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами был Андроидище Ревью. Пока-пока.